Всем привет! В этом видео расскажу буквально за пару слов про аттрактант слива с сайта авторскаяприкормка.рф. Это сайт, где я изготавливаю аттрактанты для рыбаков. Все изготавливаю своими руками из самых новейших компонентов для рыбалки. Аттрактанты все работают прекрасно, быстро собирают рыбу, удерживают ее. Сам также я лично только их и применяю. Ну, помимо также своих каких-то самоделок, но аттрактанты самое лучшее, что можно использовать даже на плохой рыбалке. Всегда клев будет шикарный, если добавить аттрактант в прикормку, либо же насадку, либо же рыболовную кашу. Аттрактант слива, что про него рассказывать? Запах имеет натуральной сливы, да и не одной. Здесь сочетаются несколько сортов сливы, все они пахнут по-разному, и рыба, подходя на такой аттрактант, очень долгое время стоит на точке. И, соответственно, эту рыбу мы можем легко поймать с любой также насадкой. На перловку, на горох и так далее. Даже на простое тесто. И само тесто также можно замешать на аттрактанте слива. Аттрактант разбавляется буквально 10-20 мл в воде. И на этой воде замешивается прикормка. Это кто, если не знает. Также аттрактант можно использовать как обычный ароматизатор. То есть, если не нужна вся сила и мощь аттрактанта, можно просто использовать как ароматизировать насадку, ароматизировать прикормку, либо же рыболовную кашу. Также на основе данного аттрактанта можно сделать свой самодельный ликвид, добавив в него какие-то свои наработки, свои компоненты. Слива работает на карпа, карася, и также другая рыба нисколечки не брезгует ловиться и в огромном количестве собираться на точке, где мы ловим рыбу. Но в целом слива — это чисто карп, сазан, карась. Лучше применять аттрактант слива только на данную рыбу. На плотву, леща лучше использовать другие аттрактанты, соответственно, не тратить. Кто еще не пробовал аттрактант тройная слива, очень рекомендую. На сайте авторскаяприкормка.рф все всегда в наличии. Если чего-то нет, я всегда в течение нескольких дней изготавливаю аттрактанты и отправляю быстренько по почте. Всю подробную информацию смотрите на сайте авторскаяприкормка.рф. Если возникают какие-либо вопросы, пишите на почту, либо пишите в комментариях под данным видео. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии, а также что подписывайтесь на канал «Авторская прикормка». До скорых встреч!